Буква «К» символизирует выносливость, проницательность, скрытность в вопросах личной жизни, а также стремление к власти. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Буква «Ш» в имени наделяет людей скромностью, граничащей с ранимостью. Человек с этим именем наделен уникальной способностью чувствовать вещи. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Люди с этим именем, несмотря на наличие гармонии, могут иметь и внутреннюю неуверенность в себе. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Это имя связано с потребностью развиваться духовно, хотя они не всегда следуют этому. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. В любви предпочитает комфорт и старается предугадывать желания партнера. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.